Да, и у нипов есть еще один фактор. Это девайс. Вчера он стрелял, наверное, 26 на 10 против... не помню, против финт. Вот против них он стрелял очень жестко, и он попадал просто непопадаемое. Интересно, вот сегодня будет такое же или нет? Потому что возвращение Николая, это Олаф уже улетел. Есть еще красный Рейн, и граната не остается. Но тяжело придется после убивания. Рейн тот же отваливается, и все. Команда Фейс потихонечку погибает. 44 хп остается у Броки. Но я думаю, Хампус его не выпустит просто. Нет, Хампуса отгоняют. Он репикается. Все, все шикарно. Вот я заметил, кстати, что... На последнем менеджменте у них как раз было поражение 7-16, и до этого еще в июле они проигрывали Куспро со счетом 9-16. Ну а помимо этого, это победы, причем над серьезными командами. Дважды им удалось играть Гамбит, Моуспортс, вот, дважды Фурио, Энтропик. Наконец, экономический раунд, 5-0 заканчивается. Играет еще такая вот штучка, что плента пофиксили, теперь можно ставить бомбу как-то закрыто. Опа, девайс пока выигрывает перестрелку, это омрачает положение, в котором оказывается Фейс Клан. Довольно неплохая позиция у Олафа в краме, но его просто зонят флешкой. Таким образом, в блайнде Олаф погибает. Броки не справляется со своей перестрелкой. Вот это чисто практически ретейк. То есть теряют ни под одного игрока. И по итогу вчетвером, оставаясь в живых, обезвреживают бомбу. Четвертый раунд. Фейс Клан нужно набирать в атаке как можно больше. Вот так вот. Да, раньше были звездами Плопский, Рез. Но как-то они сейчас подздулись, если честно. Так, ну ладно, пока здесь важный раунд. Попытка занять куб от команды атаки, но размены здесь плюсовые, это на IP, все схвачено было до этого момента. Рейна третьим номером, возможно, на мидле не ждали, теперь А. Точка. Смотри, он убил смоук, но не показалось это. Но может быть, там какой-то кривой дым, Лёв. Такое тоже может быть, так или иначе, Броки внедряется сейчас в храм. Но, возможно, его найдет ЛНЗ, хотя пока швед очень грамотно. Он ждал, пока дым развеется, и теперь у него есть отличные возможности перестрелять Броки. Рейн в клатче 1 в 2. Он не перестреливает даже Плопски, 5 в 0 пока. Ощущение, что во многих случаях стрельба помогает нипам. Да, есть такое, есть такое. Но нипы на самом деле жестко набрали, потому что сыграли матч первый свой, осилили на команды его. И они там какие-то жесткие штуки мутили. Так, занимается храм, промахивается девайс. Бреют Плопски, наконец-то начинаются хорошие новости для Фейс Клан. Мы немного ругали стрельбу фейзов, но в данном раунде она очень хороша, хватило буквально одного промаха. Наверное, это был он. Может быть. Но суть в том, что у про-игроков настолько сильно может изображение отличаться. От нашего понимания, РС в полете ловит твиста. И даже здесь Фейс Клан не находят фраг без размена. Броки 1 в 3. Веришь в него? Ну, Броки это не заяву. Скажем так. Шансы есть, конечно. Но, по-моему, Керриган как раз-таки говорил, что Броки в некоторых моментах начинают волноваться. Паник. Есть очередной бай. Главное, что-то придумать с этим баем, потому что если вы без идей найдете куда-то, у вас ничего не будет получаться. Вот. Хорош. Но сейчас была идея, но она не получается. И причем Рез продолжает сидеть здесь же с Авиком, он на кубе. Ух, он забрал пропадает. Третьего. Он реально словно мейн-снайпер команды. Четвертого урабатывает Рез. Где же пятый? Пятого забирает Хампус. Это 7-1. Ну, что нам не показали? А, ну здесь уже начинается раунд. Мейн-снайперы не всегда такие флики делают. А он Рез. Керриган выходит по молоту. Горит 8 хп. ЛНД. Жестко собрал сейчас всех атакующих. И террористы будут заходить под точку Б. Лобски, не повезло чуть-чуть. НТ. Да, это НТ. Ну, Рез. Вместе с ЛНЗ будут выбивать плент Б. Есть у них куча гранат. Главное эти гранаты использовать уместно. Так, Броки сейчас будут подрассевеннее играть. И это будет очень важная дуэль. Nice. Броки занимают позицию. Найс, nice. Рез! Я не понимаю, он вообще промахивается сегодня? В какой-то дикой сумасшедшей форме у нас находится Резинья. Но Рейн 1 в 2. Понимает примерно, где стоит бомба, то есть такое, по идее, могло бы простреливаться. Рейн и вовсе решает. Пуш и дым сейчас найдет две спины. Килл раз и килл два. Браво, браво. Говард Ньягард. Второй раунд для своей команды. Вот он. Уже начинает отстреливаться Хампус против центра. Немного урона вносит по твисту. Дальше хаешка. 45. Рассела, Ван Долкина и Рейн. Очередной хэд. Седьмой фраг для него. Хотя блайнд и поймал, но здесь же была и голова. Девайс все-таки принимает мидл и вопросы к девайсу. Здесь он промахивается. Второй явик. Такая тоже коварная позиция.
чекай. LND, смотри. Нет. Ай-яй-яй, не повезло. Ой. Твист. Ладно. Ну, опасно было. Ну, потому что 245 хп, ну, там, можно было придумать ситуацию, скажем, сценарий, в который LND бы развернулся. Но нет, нужно сейвить эти 2 АВП, мы про экономику на IP уже говорили, она не то чтобы сказочно хороша. Рез все-таки фаст-сколкнул Керригану. И третьего атаки есть. Довольно хитроумный раунд русло сейчас. Скажем, в данном раунде Девайс стоит подай-сюда и собираются выходить в фейс-клан Керриган красный. Но он убежал, все. Так, Девайс, есть первый фраг, очень важный, но дальше все в полупозиции. Даже без позиции умирает снайпер. Так же, как и Рез. LND последний, была про него инфа. Рейн понимает и спокойно разбирается с последним игроком NIP. Стоит под рампой, нашивает плопски с дальней дистанции. Из-за этого на LND могут не обратить внимания. Ждут фейс, пока развеется смоки. LND хорошо реагирует, следом флешка. Ну, идеальная комбинация, то есть они в большинстве, наверное, не могли себе позволить такое проиграть. LND ловит еще и твиста, 8-4. Пока они... Именно так. Ну, у ZTR все впереди. Так же, как и у фейс с 30-летними игроками. Я думаю, все впереди. LND пока урабатывает сразу троих. Четвертый тоже есть. Пятый, ну, пятый был далеко. Вот и LND. Молодой игрок. Да, и Броки сам не пошел дальше, сам не подставился. Пробросил молик и нашил Лобски вслед за этим. И убил Броки. Так, Виз также отлетает, и Рейн последний. Ну, Рейн, давай. По-моему, Рейн топнул. Да, и про него есть инфа, и все спокойно заканчивается. Девайс где-то нашел калаш. Или он играл с ним, и кто-то не обратил на это внимания. И 11-4 закончил. Потому что Рейн простреливал дом. И он понимал, что второй его соперник находится на респе. Если, ну, там, в ближайшее время... Должен так быстро умирать или должен разменивать как-то? Просто твист не среагировал сразу или попал под прицел так? Потому что у твиста... Нипы все же в меньшинстве, хотел я сказать. А Хампус распечатывает Б. И в этот момент синхронно начинается атака. Ну, возможно, несколько поспешное решение здесь было принято. Но как же не летит у Броки? Он запрыгивает на ящик, перестреливает. Неужели патроны закончились у LND? И все равно ситуация 2 в 2, 23 секунды. Молотов готовит, Рэс получает в ухо от Керригана. Хампус это поблизости не было. Вот снова-таки Рэс немного не дождался капитана. Но такая уж ситуация сложилась. Хампус по итогу в клатче. Прячется твист. Есть резон для обороны играть здесь на время. 8 секунд, и Хампус погибает. Ну и все, точка занята. Есть также Хампус на люркере, все том же. Любит он, в принципе, отыгрывать люркером на этой карте. Так, урабатывает он Олафа. И бомба пытается установиться. Рейн, Рейн, есть 2 килла. Девайс за кубом. Есть Хампус на помощи у него. Скоро он придет. Ай-яй-яй. Ну, жестко отработали сейчас фейзы. На самом деле, я думал, что фейзы все, проигрывают. Точка занята. Рассматривает. Ты опять куб? Буст. Это же буст? Ну да. Интересно. Но это работает. Не хватило здесь и гранат, опять же, форс. Сливается просто подчистую. 5-0 заканчивает фейс-клан данный раунд. Только у него фактически всей команды 4-11. Сложновато было, разве что Рейн себя хорошо чувствует. Ну а теперь пробежка по молоту. О, отличное решение от команды NIP. Они словно специально это делают. Броки снова на... 8 или 7, или 9. У холов. Чекал вроде в пиксель. Ничто не предвещало беды. Но Хампус вышел и дал свой фраг, а вот теперь раунд для фейс-клан в опасности. Вот это Хампус. Как же он просто душит. Я не знаю, он реально ведет свою команду вперед. Если Девайс сделает то, что необходимо, то Хампус... делает какую-то магию. Все, даже стреляться не нужно, здесь просто флешка. Так вот прошли те времена, когда Фейс могли назвать эту карту своей. Хотя даже в те моменты, когда Фейс, ну, начинали ее пикать одними из первых, скажем так, не то чтобы она у них заходила всегда. Ну да, в большинстве случаев где-то 50 на 50 скорее. Так что здесь не посмотрелись лучше.